Друзья, давайте посмотрим на этот токен и поймем, вот 20 миллионов капитализации в пике, можно ли было купить, вот даже не здесь, ну где-то ниже, чем вот эта точка, чтобы сделать, сейчас вам примерное количество иксов скажу, и потом скажу точное количество иксов. Ну вот примерно 2000 иксов. Можно ли было это сделать или нет? Давайте вернемся в нашу группу инсайды, и мы увидим, что этот данный адрес контракта наш анализатор контрактов начал выкидывать на капитализации 6000, всего лишь 6000. Дальше был еще один колл, чуть больше, когда в него пошли 50 плюс трейдеров. Два из нашего списка смарт-кошельков приобрели, и уже капитализация 13 500. Потом был еще один алерт. 16, еще один алерт 34 и финальный алерт 30. То есть даже если ты не очень спешишь, там в районе 30 тысяч долларов можно было купить этот токен. Что такое 30 тысяч долларов? Сейчас попробуем поймать на старте. Ну давайте, ладно, нам не повезло, мы на 41 купили. И в пике, возьмем самый пик. Это 461x, 46 000% прибыли в пике. Ну, допустим, мы бы распродавались бы где-то здесь. Давайте представим такую более реальную картинку. Мы купили за 40 и распродавались бы-то здесь, где-то здесь. Это 144x. То есть с 1000 рублей 144 тысячи. С 10 тысяч рублей 1 440 000. Понимаете логику, да? Да, можно сказать, что по идее это достаточно сложный процесс, но с практикой ты примерно понимаешь, что нужно делать, как нужно делать. Плюс у нас есть очень сильный чат, и люди, которые этим занимаются, открыто делятся всей этой информацией. Хотите к нам? Приходите. Нету базовых знаний, чтобы понимать, о чем вообще здесь речь. У нас есть очень качественное упакованное обучение с поддержкой. Приходите, мы будем рады вам в нашей команде.